Ребенок это не взрослый человек, поэтому однозначно нужна консультация врача, однозначно, всегда. Тяжелое течение, легкое, температура и так далее. Конечно, если в первые сутки родитель не может обратиться к врачу, в поликлинику, то следует сбивать температуру, если таковая имеется, поить ребенка жидкостью и наблюдать за общим самочувствием. Если что-то изменяется, какие-то моменты, что есть, появляется одышка, температура, которая не падает, появляется сыпь, то это симптом, те симптомы, которые сигнализируют о не медленному обращению к врачу. Дети в любом случае должны консультироваться у врача-педиатра.